Сейчас взрыв энергии, обаятельная, женственная Маша Распутина. И хочу сказать, что сегодня мы наконец узнаем, где же Маша родилась. Я родилась в Сибири, там у меня друзья, и там меня любили за то, что я есть я. Там тишина и горы, и звезд полет во тьму, и покидая город, я говорю, за зимой.